Надежды и мечты мои нетленны, умиленья они дарят сердцу моему. Проблемы появляются, и дни бывают бренны, если в день хотя бы час не посвящаем мы ему. Кришна верности научит нас всегда, и сердца наши он очистит от греха. Если будем мы верны ему всегда-всегда, он тем более нас в жизни не оставит никогда. Шрила Гурудева однажды Кришна мне послал, встать на духовный путь благословлял меня не раз. А Шрила Гурудев всегда меня благословляет, служить ему меня всегда он побуждает. Душа моя мечтает Господу служить, речь Шрилы Гурудева на английском понимать. На свете мне счастливей сразу станет жить, если на английском наставления гуру буду понимать. Изучать язык Гурудев меня благословит, чтоб смогла я досконально английский изучить. Шри Кришна также свою поддержку мне окажет, и достойный метод обучения языку он мне подскажет. Я однажды изучу английский язык полноценно, всех людей тогда я в мире буду понимать. Знание такого языка будет воистину бесценно, если буду я на нем свои стихотворения писать. Их я Гурудеву и Шри Кришне буду посвящать, в них от всей души я их обоих буду прославлять.